А теплые зимние платья категории крем — это Италия, мешки по 25 килограмм, размер L, состояние очень хорошее, по-моему, даже новое платье с мышками, для тех, кто мышей не боится. Так, новое платье с этикеткой, размер маленький, по-моему, тут написано 10, то есть это меньше среднего получается. А следующее платье... А, вот. Размер не указан, примерно M-ка, размер примерно средний. Так, тут тоже кроме Made in Italy ничего не написано. Размер маленький. Давайте посмотрим здесь. Так. Тут тоже не указан. Состав, кстати, полиэстер на 95%. Да, и эластан. Так, размер M. Среднего размера платья. Так, M, L написано. Хотя, сами видите, тут не больше S-ки. Бренд Clockhouse. Это марка Амису, размер 40 указан европейский, соответствует 46 российскому размеру, состояние очень хорошее. Здесь у нас 40 опять размер, то есть 46 должен быть российским. 36 указан, соответствует 42 российскому размеру. Марка Морган, кстати, вот такой вот элемент есть, очень красивый. Состояние хорошее, без видимого износа, платья все в хорошем состоянии. Италия, категория крем, теплые платья. 40-й размер, европейский, соответствует 46-му российскому размеру. Считается как зимнее платье, да, winter dresses, но, как видите, тут не совсем зима, или я что-то не понимаю. Это комбинезон яркий. А марка Esmara, размер M, то есть 46-48 примерно российский размер. H&M, размер XS. М-ка, размер средний, это комбинезон. Марка Pull&Bear, S-ка, размер маленький. В Италии в основном у нас маленькие размеры. Это Next, 16 здесь указан размер, то есть достаточно большой, с пайетками. Примерно М-ка, наверное. Но хороший размер. Вот здесь тоже размер. Достаточно большой, хороший. Марка Tailor Vale. Написано 38, то есть соответствует 44 российскому размеру. Бренд Orsay. Так, здесь размер не указан. Тоже вот такой комбинезон, так скажем. Бирку срезали. Примерно M-ка. Tailor Vale. Написано XL 42, то есть соответствует 48 российскому размеру. Не совсем XL, но 48 российский. Тут уже размер побольше. 16 здесь указан размер. То есть вот они, два платья больших размеров. До этого тоже были. Это папайя, размер 18. В этом мешке больше больших размеров. Размер S, маленький размер. Так, марка Esprit, размер средний, небольшой. Достаточно яркий, кстати, мешочек. Хотя так как позиция считается зимней, тут много именно черных платьев. Марка Next, размер 12, примерно 46-48 получается российский размер. Состояние хорошее. Марка Next. Платье без видимого износа, то есть без... пятен, без катышков, не застиранные, не выцветшие. Размер 42 указан европейский, соответствует 48 российскому размеру. Это Элька. Маленький размер. Марка Есика. Тут, наверное, XL. Да, XL. Красивое платье, небольшого размера. H&M, размер маленький, S-ка. 18 размер здесь указан. Бренд Tailor Vale, размер XS. H&M, 34-й. Размер указан европейский, соответствует 40-му российскому размеру.
Так, тут у нас эска, размер маленький, с шипами, H&M, размеры в основном средние, небольшие, больших размеров не так много, элька. 12 размер здесь указан, марка New Look, примерно 46 или 48 российского размера. Эска. Это, кстати, бренд Tom Tailor. Средний размер. Тут маленький, 30 какой-то там был указан. В общем, маленький размер. 12 здесь указан, примерно 46-48 российский. Так. Далее H&M, размер M, среднего размера платьишко. Кстати, вот много легких летних, скажем, платьев сарафанов обычно бывает больше теплых. Скорее всего, количество тут будет больше, то есть себестоимость, наверное, будет ниже. 16 размер указан. Ну и по цветам они получаются ярче, чем просто зимние. Бренд Esprit. Мешки разные. 10 размер здесь указан, поэтому на каждый мешок снимаем видеообзор, подробно рассказываем про размеры, про бренды стараемся сказать именно те, которые знаем сами. Размер M в хорошем состоянии. А марка New Look, размер здесь 14 указан. Еще одно платье с пайетками. Даже туник, наверное, скорее всего. Так, 46 размер указан европейский, соответствует 52 российскому размеру, по-моему, новое платье еще. Все платья в хорошем состоянии, без видимого износа. H&M, размер маленький, эска. 38 размер здесь указан европейский, соответствует 44 российскому размеру. H&M, размер XS. И последнее платье из этого мешка. Напоминаю, что это была Италия, платье категории крем. На этом все.